Усиленную вахту по охране правопорядка в эти праздничные дни несли сотрудники милиции. Под особым контролем находились места проведения праздничных массовых мероприятий. В новогоднюю ночь часть личного состава МВД ПМР несла службу на своих рабочих местах. Заранее были определены маршруты движения пеших и автомобильных патрулей, обозначены места для стационарных постов. Однако без происшествий не обошлось. Как сообщается на сайте МВД ПМР, за последние сутки уходящего года и три дня января по республике зарегистрировано около полусотни заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Наиболее резонансные произошли в новогоднюю ночь. В Рыбнице совершено убийство на бытовой почве. Несчастный случай с летальным исходом произошел в столице. 36-летний тираспольчанин выпал со второго этажа дома. И уже в первый день Нового года двое мужчин погибли при пожаре. Одна трагедия произошла в Дубосарах, другая в Каменке. Причиной смерти в первом случае стало курение в постели, во втором – отравление угарным газом. Сотрудники подразделения МВД и дальше будут продолжать работать в усиленном режиме, пока длятся рождественские праздники.